Всем привет еще раз. Я знаю, что был пляж у Судоверфи не так давно, я его показывал. Но опять у Судоверфи так вышло. Почему? Да решил заскочить вот сюда, вот кафе Нептун, показать вам, что оно уже все функционирует, как говорится. А там еще мотоцикл катает девушку, парень. Нет, не девушку, парень парня катает. Так получилось. Вот мы само кафе Нептун. Здесь эти свободный вход, ансамбль Горец выступает, имейте в виду. Вечерком, как правило, это все бывает. Все работает, все функционирует. Все нормально. Крыша есть, потолок есть. Тень есть. Ох, как тут классно. Сапы, мапы. Вот я прямо здесь и нахожусь. Вот, я хотел вот этого показать вам. Парень кайфует. Его катают. А дальше сапы супер гуляют. Наверное, это уже все показывали, все блогеры. Только я, наверное, еще не успел показать, только картинку. Хочется полетать над ними. Не знаю, продолжим ролик попозже. Я тут полетал немножко, вы увидите этот танец на воде. А смотрите, кто идет у нас тут. Саня! Саня! Наверх посмотри! Да я звал, я звал! Ёшкин, ёшкин. Я везде! Привет, Алексей! Всем привет от Сани, друзья! И кушаем самые вкусные трубочки! Все, пошел! Ну, опять танцы, опять летают, ребят. Пошел летать дальше. Кинжалы. Вот большая программа. Кроме этого, Иннокентий будут выступать пришел. Еще шоу-балеты лучшими танцами, световыми, бродячими. Там вот 10 номеров. Брейк-данс. 10 номеров на нашей вечеринке кафе «Нептун». Можно заранее. Вчера они пришли на 80-е и 90-е. Не хватило мест. Не хватило мест. Заранее бронируйте столик, 100% вот такой вот обед на нашей концертной программе. Начало в 22:00, собираемся 21:00. Сейчас он бронь столика, всего 100 рублей за все. Снимает на камеру. Бронь столика, 100 рублей за все. В общем, поднимайтесь наверх, посмотреть шоу-программу Кавказа. Я пойду, не хочу. Поднимайтесь ко мне, выбрать 9 столиков осталось. Для вас. Уж больно громко. Главное, что... Крыша. Вы можете сейчас подарить есть песенку кафе, своему работает. Любимому человеку, поздравить с днем рождения. Песенку мне не нравится. Желать удачи, всего хорошего. Потопаю я обратно. А я говорю добрый день, наши все сотрудники. А лучше пойду на обед. Кафе «Нептун», наша столовая, которая работает. Работает, работает, да. Обратите внимание, от моря справа стороны от грязи есть массажный кабинетик, Тамара там. Может мне тоже заняться рекламой, а? Массажист, а то я что-то как-то так вот хожу, снимаю, никого не рекламирую. Я подумаю. У нас скидку большую. В общем, Кеша согнал меня с места. Сидел там, летал немного, полетал. Вы увидите, потом прикольные кадры будет. Пляж пансионата Гранада. Возвращаемся к нему. Но сейчас походите бронировать столики на Кавказ-шоу. На Кавказ шоу бронировать столики не будем. Тут, кстати, свободно на это шоу, так что если вы не планируете поужинать, допустим, можете просто пойти посмотреть это шоу-программу. Приятного отдыха, температура воздуха 0 градусов, оригинально, а мне жарко. Как-то так вот. Погодка отличная, ну, народ разбегается. Наверное, будем заканчивать этот ролик, так как, в принципе, основная цель была моя была показать вам кафе «Нептун». Там увидел уже и Санька, и полетал, и что только не было за этот коротенький промежуток времени. Цветет эта китайская мимоза, как я ее называю, не знаю, может быть, как-то там она правильно называется, по-другому меня уже поправляли. Ну, красиво. Народ гуляет, на центральной набережной полно народа. Ну а отдельно потом еще будет, или уже, наверное, вы скорее увидите в первую очередь его, обзор. Обзор, замер температуры. Девушка, вы же все красные и так уже, куда вам еще стоять самое пекло? Идите домой. Или хотя бы в тенек. Такая вот ситуация на пляже.
Гренада. Кстати, мы уже пришли на пляж Лазовский один. А я пойду прогуляюсь, пообедаю. Давно собирался сходить сюда, в русское застолье, но все как-то так вот еще не посетил. Все блогеры, наверное, уже Лазовская, да и не только блогеры, уже все подряд. Все были, все зафиксировали, а я вот все только мимолетом пойду. Не знаю, чего отведаем сегодня. То ли плов, то ли лагман. А может быть, мой любимый, точнее, мои любимые вот эти, которые белые. Господи, забыл название, а? Это же надо было. Вот тормоз. Вообще забыл. Ну ладно, в общем, мою любимую еду будем есть. Так, вспомнил, просили меня показать Нахимова 1. Вот я сейчас сразу мимолетом как бы пройдусь и покажу вам Нахимова 1. Марина на месте сегодня, видел ее на дороге. Торгует. Сладостями всякими. Тут помню, тут не помню. Работают столовые, торговые лавочки всякие разные. Оля, у меня вот тут не выступило. Все, сейчас пойду, гляну. Такой ролик получился обо всем. Итак, пытаемся найти Нахимова 2. Квартира 1 нашли. Это у нас какая? Это социалистическая 2, квартира 1/1. Как-то тут вдали от народа торговая лавочка работает. Иду искать Нахимова 1, но боюсь, что либо вот это здание должно быть, либо другого не дано. Нахимова 3 дальше уже идет. Сами видите. Нахимова 3. Соответственно, делаем вывод, что либо Нахимова 1 вообще не существует, либо это где-то вот здесь вот. И оно плавно пересекается с социалистической. Ну а я заканчиваю этот сборную солянку. Этот ролик по обо всем. От Наутилуса до Санька. Ой, Наутилуса, господи. Все, Нептуна. Вот что значит солнышко припекает. Туплю. Всем пока, всем до новых встреч, пошел на обед.